Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на серебряный ролеплей 4-й сер. Мы здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить по ним при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН, потом брайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод KGAME. Как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. Ну что ж, пацаны, буквально через один день придет к нам новый год, новый 2019 год. И это последнее видео в этом году по Радмир Ролиплей. Я думаю, понимаете, потому что завтра уже 31-е и будет как бы не до съемок вообще, не до ютуба. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. И поэтому сегодня у нас будет такой видосик, в принципе, где я постараюсь пройти квесты. Какие квесты вы сейчас, в принципе, видите, надо наверх подняться там, и вы все поймете. Ну что ж, еще раз хочу поздравить вас с наступающим новым годом. Пожелать вам счастья, здоровья, всего самого лучшего, чего вы хотели или хотите. Все, пацаны, погнали. Ну что ж, вот эти квесты, я хочу начать с гонки на снегоходах. Мне кажется, это будет более интереснее, потому что я так посмотрел, то нужно идти, то это, а вот снегоходы, это будет реально четенько, я думаю, реально будет четенько, поэтому убираем и смотрим, что здесь написано. Смотри, что нашел, это снегоход, катался когда-то на таком. Я слышал неподалеку, и гонки на них проводят. Покажи этим старикам, кто самый быстрый. Гонка проходит несколько раз в день, следи за новостями. А, блин, она проходит несколько раз в день. Пацаны, я так понял, сейчас, по-моему, ничего такого нету, если я не ошибаюсь. Да, вообще ничего такого нету. Там вот снежная битва должна была быть. Ну, блин, снежная битва, я хз. Вроде бы как 5 минут прошло, поэтому я, скорее всего, не успел. Так, короче, украшение дома. Так, погоди-ка, а ты украсил свой дом к Новому году, нет? Охо-хо. Теперь у нас совсем мало времени. Добавь хотя бы 3 праздничных атрибута, требования. Так, поставить 3 украшения для дома. Так, а где их взять, мне интересно? Ну, я, допустим, вот, типа, выбрал. И где мне это все взять? Как бы, я вот не понимаю, серьезно. Ну, что за бред? Как бы, где мне их найти, эти украшения? Нигде ничего не сказано. Либо я такой тупой, пацаны, либо они как-то это все плохо реализовали. Серьезно, я просто не понимаю, где, то нужно искать, покупать и так далее. Как бы, вот, я взял это задание. И что мне теперь делать? Короче, давайте, я думаю, пройдем на сноуборде. Я думаю, самое интересное будет. Так, окей, все, 5000. Здесь раз надо спуститься. Погнали, съедем. Только я уже буду съезжать не на видео, потому что я уже съезжал в предыдущем видео. Я думаю, это вам будет неинтересно. Пацаны, объясните мне, тупому человеку, судя по всему, я тупой, потому что я съехал уже пару раз на этом сноуборде, и мне не засчитывается. Я подхожу к Деду Морозу, мне не засчитывается то, что я съезжаю. Либо я тупой, пацаны, либо лыжи не едут, потому что я все правильно делаю. Я вот съезжаю, там еду, съезжаю аккуратненько, там, вот, видите, я полностью спускаюсь, там, и так далее. Но мне почему-то не засчитывается это. Я вот полностью доезжаю до сюда, и мне не засчитывает. Куда мне, блядь, на нем ехать, нахуй, Магадан или куда, я вот не понимаю. Короче, пацаны, я понял, как это выполнять. Нужно просто доезжать до самого конца. Сейчас я вам это, в принципе, покажу. Вот, берем сноуборд и съезжаем в эту сторону. Вот, мы едем, короче, проезжаем, там все дела. На самом деле, это очень легко. Сейчас бы разъебаться, блядь. Да, пацаны, это очень легко. Я в итоге почти разъебался, да? Да, теперь хуй сюда проедешь. Так, ну окей. Ладно, пробуем так объехать, короче. И нужно, короче, в эту сторону съезжать еще. Я только это понял недавно, короче. Я один раз уже съехал, и мне засчитало. В этом ничего сложного нету, поэтому можно, в принципе, Вот, видите, 2 из 10. Просто охуенчик. Наконец-то я это понял, пацаны. Я реально просто жестко тупанул. Просто, ну, могли бы объяснить, что нужно съезжать вот сюда. Могли бы здесь там маркер поставить, либо еще что-то. Ну, вот это догадываться, это такое себе на самом деле. И с остальными квестами тоже я не понимаю, как их выполнять. Потому что никаких подсказок, никаких чекпоинтов, ничего этого нету. Ну что ж, думаю, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки. Извиняйте, что я не смог вам показать, как выполнить все квесты, потому что я сам этого не знаю. Я старался, пацаны, я реально старался, я, блядь, только понял, как съезжать эти сноуборды толком. Поэтому, пацаны, кто знает, как пройти все квесты, пишите, пожалуйста, в комментариях, и в 2019 году мы уже попробуем их выполнить. Всех еще раз с наступающим, играйте вместе со мной на Радмире, ссылка, если что, и там, ну, все есть в описании, короче, пацаны, IP-группа, модпак, там, промокод, все есть в описании. Всем пока-пока.